стало известно имя нового главы Новотроицка. Кресло градоначальника занял бывший заместитель по социальным вопросам Дмитрий Буфетов. На эту должность также претендовали еще три человека. Депутат горсовета Константин Крыжановский, заместитель главы Новотроицка по стратегическому развитию Гульнара Чеюньлин и военный летчик из Медногорска Александр Дмитриев. Каждый из кандидатов предварительно прошел серьезный конкурсный отбор. Они представили свои концепции развития моногорода на ближайшие 5 лет. По результатам тайного голосования безоговорочную победу одержал Дмитрий Буфетов. За него отдали голоса большинство депутатов городского совета.